Гондон, блядь. Противозаконно аннексировали, в ответ приступ злобы, что он всегда был наш, а Хрущев был дурак. Скажешь, что правильно, так вообще та же злоба. Зачем он нам нужен? У нас, кстати, что с ними делать? Бля, сейчас. Блять, куда же он дурак влез, а? Заря, вышли из парковки, дальше идем. 206 километр, Заря. Трамвай делает. Блядь! А Минари не представляет, из помезан предательски раздут живот, урчание на помощь приходит. Ты смотри. Миг, ослепительный миг, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия. Блять, ёбаный в рот. Сука, на. Андрей, иди на правду. Договариваешься? Определенно, ты видишь, что я не вижу, что машина битая. Соответственно, дальше ваш товар денежные отношения никого не волнует. Они у тебя берут машину и выставляют.
То есть, что ты подаешь конвертную взятку, и они у тебя ее берут? Почему нет, конечно.